Розы. 716. Роза – очень капризная культура, которая требовательна к освещению, составу почвы, поливам. Уход за цветами – кропотливый труд, где важно соблюдать все этапы и учитывать особенности растений. Рассмотрим, можно ли сажать. 26353. Чтобы домашние розы пережили зиму, их не только обрезают и укрывают, но и удобряют минеральными и органическими подкормками. Если этого не сделать, зимовка цветника пройдет плохо, растения подмерзнут, проснутся ослабленными. 309. Плетистая роза – одно из самых популярных растений у садоводов. Увитые ею заборы, калитки, арки и колонны превращают обычный двор в средиземноморский. Часто, обдумывая дизайн дворика, хозяева задаются вопросом как. 1417. Роза – королева сада, которая цветет все лето белыми, розовыми, сиреневыми и желтыми бутонами. Опытные садоводы выбирают зимостойкие сорта для выращивания в средней полосе и северных регионах. Такие кустарники успешно. 786. Обрезка плетистой розы после цветения летом – обязательная процедура, которая поддерживает образование бутонов в текущем году и следующем сезоне. Процедура способствует развитию замещающих побегов у однократно цветущих роз, а у 224 миниатюрные цветки карликовой розы украсят небольшие сады, а пышные плетистые арки и беседки. Красивый и ароматный розарий – мечта каждого цветовода. Большинство сортов начинает цветение в июне и заканчивает. 206 фиолетовая роза – символ любви с первого взгляда. Способ выражения чувств с помощью цветов появился еще в викторианскую эпоху, где розы были лучшим средством выражения эмоций и намерений. Фиолетовый цвет. 572. Лето невозможно представить без пышных и ароматных цветов. Среди всех видов растений дачники всегда выделяют розу «королеву сада». Белая, розовая, сиреневая, желтая, каких только разновидностей не существует. Особенно садоводы ценят. 713. Розы способны радовать цветоводов второй и третьей волной цветения. Для стимуляции повторного бутонообразования рекомендуется выполнять обрезку увядших цветков с июня по август в зависимости от региона выращивания. Цель процедуры заключается. 2114. Королева садовых цветов, пышная и ароматная роза, нуждается в тщательном уходе и регулярной подкормке. В состав питательных смесей должны входить микро- и макроэлементы, азот, фосфор, калий, кальций, магний. Один популярные разделы цветы розы актуальны зимой популярные статьи. Поиск по сайту найти.